Приветствую вас, друзья, с вами Назар, продолжается игра мод Кошмар Вольтера, играем мы за Гогенберг. Итак, по сравнению с предыдущей серией, я тут чем занимался, ну, улучшил отношения с вот этим нашим новым вассалом, чтобы он больше не бунтовал, во-первых, во-вторых, раскачал нашу столицу до 18 уровня, тут город рядом, тут просто дешевая была прокачка. Автономию не дропал, ну, пусть сама тут уходит, до 16 дропнул вот здесь, и вот здесь автономию, 30% они тут насобирали, восстание типа готовят, ну там 6000, такое себе восстание, да, и что еще, и вот тут еще вроде, не, вот здесь разочек, ну тут тоже дешевые, хотя тут дешевле, но тут автономия большая. Ну, в принципе, сейчас это уже более-менее нормально. Поднял один уровень технологии военной до 29. Тут уже надо, наверное, собирать, пока не буду ничего апать. Сейчас у нас развитие ровно 50. У него что там, 7, 3. Ну, вот тут тоже по-любому были вот эти ивенты. 4 здесь тоже было. Ну, нормально. Так, что еще было сделано? Было разорваны союзы. Здесь и здесь они сами разорвали. Ну, Страсбург сам разорвал, потому что тут упало доверие. А, ну, тут я сам тоже разорвал, потому что тут этого он уже не нужен. А, вместо этого я заключил союз с Майнцем. Вот, каждый второй год тут капает вот эта штучка. И здесь Майнц даже голосует за нас, как за императора. Я также начал улучшать отношения с Пфальцем. У нас тут тоже есть шанс получить его поддержку. И, возможно, тогда мы станем императором. Там, видите, у нас 218 очков какого-то там Юлиха, 309. Если двое из них голосуют за нас, а тут, видите, остальные все, вообще каждый за своего, то у нас есть шанс стать императором. Вот, ну, такой шанс призрачный, но есть. 50-50, можно сказать. А Мюнхен позвал нас в войну. Я, конечно же, согласился. Воюем вот так вот. Сейчас она выглядит достаточно... Вот так, если быть точным. Достаточно такая непростая, я вам скажу, будет войнушечка. Так, стоп, почему? А, потому что мы тут... А за что мы вообще воюем? Регенсбург, Мюнхенс оф Бах. Захватываем Бах. Тут нас сразу начали. Так, тут я вообще хотел не помогать ничем. Просто тупо где-то тут стать в горах. Сидеть, наблюдать за всем этим. Но тут увидел, что Мюнхену все-таки понадобится хоть какая-то помощь. Вот сюда я подошел. Ну, чтобы набить благосклонность какой-то. Так что пойдем пока сюда. Unrest плюс 2. Забирай престиж. Не надо нам отрабатывать. Вот тут такое подбиваю, там какие-то позахватываю. Вот, допустим, вот здесь такое есть колечко. Одна пробка, которую можно захватить без проблем. Вообще, по-хорошему, надо, конечно, выбивать их. По одному. 10 на 7. Ну, блин, в горах, ну, Мюнхен зачем? Ну, я, типа, вот такие буду вступать. Так, с Богемией улучшил отношения. Тут есть у меня план по нападению. Ну, не знаю, как он получится. Да, кстати, слоники бегают. Надо, наверное, отключить... Ну, короче, мод... Не мод, пока как он называется. Ну, короче, которые добавляют модельки странным индусским. Тут, наверное, попросту у Мюнхена есть... так, такой же, как и у какой-то из индусских стран. Вот. Вот такой получается. Так, тут передаем все под Мюнхен. О, кстати, наш Уася пришел и сейчас погибнет. Ну, если бы я пошел, он бы не погиб. Ну, нормально. Так, можно сюда стать. Ну, правда, крепость, она все подбивает. Давайте вот сюда станем. Даже вот так можно пойти. Здесь много людей не пойти. А, елки-палки, ну я же пришел тебе помогать. Да, у меня лимит еще вырос до десятки. Ну, за счет апов. Прокачки, да. Нет, тут я, значит, возвращаюсь. Выполнили мы, кстати, одно задание. Это замечательно. Давай с кем еще? Давай с этим. А, я хотел
Вот тут отдать ему проход. Еще на десяточку. Улучшит отношения. Выставил таких противников. Вот этого фиолетового. И выставил бана. Ну, тут просто вот эти мелкие по одной пробке. Уже нельзя было их ставить. Мы слишком раскачались. Так, тут... А, еще... Это у него здесь сюда. Да? Угу. Что тут такое? Бляха, такие хорошие генералы. Правители. У нас, кстати, вот такой вот теперь наследник. 3-5-1. Еще более-менее. Так, я должен вот этого типа охранять. Ну как, не должен? Ну, желательно. Так, Мюнхен. Ты главное стой. Я тебе все отдаю. И вот такой вот хороший мальчик. Ну тут уже почти докапало. Тут девятка. Пфальц. Девятка. Смотри, пятерочка, да. Тут каждый третий год, там каждый второй. Ну, Майнц, я надеюсь, все-таки затащить его за пробку. Тут типа я вот обещал, но не дал, и он типа не хочет, теперь так, да? Теперь он так работает. Я просто обещал Страсбургу, оно там что-то не сработало, потому что этому я тоже обещал, но ничего не дал. А Страсбург что-то обиделся, знаете. Этому было пофиг. Тут вот нормально, да, траст. А тут вот упало. Странно. Давайте, наверное, тысячку сюда поставлю. Всякий пожарный. Надо спрячь сюда. Сейчас. Ну, они тут, блин, лезут, этот Мюнхен. Эти горы. Не лезь, она тебя сожрет. Они водят грамотно одним стеком. Давайте, чтобы не рисковать лишний раз. Хотя тут единички я вижу. Вот тут уже идут, я не успею убить. Зачем рисковать? Можно так сделать. Есть такое дело. Так, тут типа... Блин, ну, да чё он так быстро бегает-то? Что за хрень, господи? Не успел моргнуть глазом сразу уже здесь. Капец, блин, ну тут что-то то ли поломано с этими передвижениями, то ли что. Ну ладно, уже одно сражение проведем. Генеральное тут отступать нет смысла. Сколько я потерял? А, немного. Вообще ничего не потерял. Или стоп. Не, я потерял. 2000. Ну все, пацаны, дальше как-то сами. Как-то отсюда, наверное, отступает. Нет, не сюда. Пока отступили, можно быстрее взять. Какие-то телепорты, блин. Это еще-то обидно. Плюс от истощения. Еще 1000. Сейчас этого, по идее, должны выбить. А долг, кто не знает, вот эта фигня, что я обещал, но не отдал пробку. Будет работать. Может, он где-то здесь есть в модификаторах? Нет. Обидно.
Вдвоем. Ну, хотя втроем. Да нет, наверное, затащим. Мюнхен, Пфальц против Вюртемберга. У него союзников много, но они все мелкие. Это все однопровинчатые. Почему вот эти? 1-2. Изоляции. Тут можно разместить свои войска. Тут. Тут Пфальц может этого проатакует. Не, вот тут разместить. Проатаковать вот этого. Затем этого. Потом идти на юг. Потом и до того момента тут подтянется Мюнхен. Должно быть нормально. Почему нельзя? А, у него еще тут крепость. Не заметил. Ладно, уходи. Сюда пойдем. Как я там же набил 20%. Не густо. 5000 на 7000. Должен успеть. Блин, я говорил, что не буду. Ну, жалко. Просто хочется, чтобы побыстрее война, знаете, закончилась. А тут просто горы. Еще Мюнхенец подходит. Значит, иди сюда. Да и набивать военные традиции тоже не помешает. Так, надеюсь, возьмешь. Не 5000 спасай. Не, ну за одну пробку он уже бы мог закончить войну. Он возьмет одну пробку, понятное дело. Вот эти снятия осад, это просто. Так, а тут есть что лутать, есть. О, пробил стены. Достать. Если эту крепость, блин, и тут возьмем, они не возьмут. Должно быть все нормально. Можно подойти, попробовать спугнуть. Так, Зальцбургская армия вроде пошла куда-то на юг. Сюда встать. Не-не-не, тут атаковать бессмысленно. Либо пойти по осадам. О, просто. Тут что, нельзя. Сюда зашел, потом сюда. А кто не пускает? Крепость. А, вот это она, типа, вот так. И ясно. И понятно. И ты так пойдешь. Опасненько. Зачем ты меня атакуешь? А, тысячку. Я опять снялся. Ну ты посмотри, ну что за люди? Без потерь, хорошо. О, тут еще вывести домой. Так, бери, бери, правильно. Так, 9,3. Семь. Ну, где-то две монеты вывезли.
Да, не надо уже, парни. Расходитесь, делайте с весами, что хотите. Тихо. Тут на всякий. Тут лутаем. Вот это надо. Правда, здесь крепость берется. Но вот эту страну уже можно выбивать. Алло. Да и Зальцбург. Это не факт. Берет, берет. Давайте еще сюда отправлю. Так, мне свободный дипломат. Почему он свободный? Почему он не делает клайна? Не ясно. Так, тут на Уинцолернов. Блин, как с богами держать ваши сотки? Они не хотят прохода. Нужно типа денежку им кинуть. Ну, чтобы они там не требовали возврата провинций. Ну, либо объявлять какие-то вторые войны. Ну, там есть план. Так, взяли здесь. Ну, уже точно нужно выбивать. 100%. Нет? Полная оккупация. Так, нужно поражать вот эту штуку. Две пробки. Деньги мы заработали. 40 монет. Неплохо. Очень даже. Так, поехали. Сюда. Тут вообще ничего нету. Сюда. Все. И что? Он не взял? Он вел за эту пробку, он ее не взял. Просто денежку? Серьезно? Ты вот тут чуть-чуть не дождался осады и они все бросят. Ясно, понятно. С тобой ясно. Все с тобой ясно. Ну что, возвращаемся сюда. Так, посмотрим здесь, что у нас. 27. Не знаю, заработали ли этих 27 очков. 25. По идее, заработаю. Мне кажется, что тут заработаем. Пока что давай домой. Так, план. Атакуем здесь. Войска размещаем тут. Пробуем. Блин, они добрали войск. Тут было 3000 вроде как. И тут 3. Этот здесь. Я не успеваю разбивать, тут подходит под крепо. Ну, этого вроде как успел, ну, разбить я его могу. Тут крепость. Просто воевать придется в одиночку. Мюнхен, тебе что-то не хочет. Он тут хочет. Но тут пока рано. 23. Можно качнуть, но не буду. Правитель, ну, мудак, конечно. Сколько ему лет? 61. Ну, что, скоро откинется. Жестокий, он типа не хочет вступать. Ну, там минус 20 модификатор. Висит. 10 из 10. По идее, вот эта наша крепость не должна пустить с юга.
подкрепы вражеские. По идее. После чего, а можно, может, и здесь атаковать сначала. Тут просто гарантия висела вот этого фиолетового. Атаковать тут, отдать эту палку вот этому нашему Шурику. Да, так будет попроще. Вот этот второй находится на севере. Вот здесь аж. То есть он нам не угроза. Блин, после той первой войны уже страшно воевать. У него... А смысл ставить галочку? Нету. Это вольный город, конечно. Не-не-не, галочки не надо ставить. Там набежит этого говна. Объявляем ему войну, захватываем его. Затем время мира передаем этому Шурику и объявляем войну здесь. Тогда император нас ничего не требует. Можно, я не знаю, соточка, она будет работать, не? Send gift. На плюс 3. Ну вот так должно типа работать, но я не уверен просто-напросто. Если император потребует вот этого вот нашего Шурика, то он по-любому отдаст эту пробку. Гадалки, не ходи. Сколько он стоит закорить? 22. Чё там дюшил? Странно. А я могу ему отдать по ретензию? Ну, у него, кстати, нету... Даже этого займов. Gain claim, да. На Engen. Ну, чтобы ему дешевле было корить. Сколько там 10% дает сейчас? Или сколько? Даже не знаю, что-то даже не написано. Может, вообще ничего не дает. 22 писала, 25, да, дает немножко скидочку, ну, чтобы у него были деньги, точнее, админка. Подождать. Угу. Поехали. Блин, да, естественно, ты сваешь. Куда же без этого? Три маневра. Шесть маневра. Тогда понятно. Ты еще оставляем. Тихо-тихо, мышка. Не уезжай. Тихо, игра. Блин, да что со временем? Я что, не могу нормально контролировать. То летит, то, блин, то нормально. Третья скорость. Угу, сюда хер дойдешь. А дойти-то надо. Он так не пустит по-любому. Сюда, 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 сюда. Это Австрия, это еще какой-то хрен с горы. Хитер не берет.
Ни у кого проходов. Сейчас в минусах диких. По идее, он должен тут сидеть. По-любому нужно атаковать. Так, здесь нужно 2000. Цель выполнена. 40 традиций уже есть. Моральная армия, рекорд, моральный спид. Пусть будет. Я буду просто-напросто брать, и уже не буду там выискивать. Так дальше. Там должно хватить. Все, все. Так, это нужно отключить. Ну, теперь просто ждем на пятую скорость. Так, ты иди сюда. Кстати, денежки много. Вот тут есть неплохая распространение институтов, плюс 15, стоимость развития, минус. Торговля, ну не знаю насчет этой торговли. Хотя тут на производство опается, не сильно. Так, 30, ё-моё, это еще долго. Тут защита опается. Не знаю, я пока, наверное, ничего не буду строить, мне кажется, нет смысла. Лучше, наверное, нанять советника на админку. На эффективность производства, что ли? При престиж. Единичка в год — это вообще ничто. Что мне там по производству? И монетка. Понравится, давайте возьмем. Дешевле. Так, вот эту хрень надо будет опустить, но, блин, это дорого. Двоечка. Так. Не, пока не надо. Так, 49%. Это идет этому. Сейчас такой. А я не хочу эту провинцию. Че ты хочешь от меня? Кстати, сколько там? 15. Тем бы замереться. У него, по идее, должно быть 35 монет. Но, блин, инфляция. А хотя инфляцию его все равно рано или поздно придется дропнуть за очки. Вопрос в том, сколько я потеряю тут людей. Мало, тут уже пошло вверх. Нормально. Так, тебе случайно нету союза с каким-нибудь... С Вюртембергом у тебя нету, значит, но репы заплати, свободен. Хорошо. Ты типа возвращаешься, ты не вернешься просто так. Отменить проход я тут не могу, потому что мои войска там стоят. Так. А мне надо вернуться. Потому что тут надо войну объявлять. Но тут все равно улучшай, не улучшай, все равно у вот этого мужика, наверное, плохие отношения с Богемией. 25, этого мало. Ой, блин, я забыл тут прожать. Так, 15 нужно. Есть. Взять, не взять, 95. Нет, не взять. Надо было вместо этого министра брать.
Дурак. Дурак, я не лечусь даже. Четыре, блин, десятка, где ее взять? 86-й. Долго ждать, короче, не буду. Беру сотку. Можно отдавать пробки, я понимаю, но не хочу. Тут тоже по-любому не буду никаких пробок отдавать. Ну, берем 50-ку, но, блин, деньги не нужны, но это нужно. Ах, как же я так несколько лет протыкал. Теперь опять надо тратить очки. Еще нету прохода, да? А, есть. О, а чё, я тут мог пройти нормально. Тут можно пройти. Да погоди ты. Видишь, тут проблема. Иди сюда. Ну? Дядя, иди сюда. Я ему выставил, если что, вот эту штучку. Это не хочу, не пойду. Хотя нормально, но все равно будем здесь атаковать. Я думаю, надеюсь, 12 тысячами затащим. Так, тут канцелнул. Канцелнул. Это не факт. Но если вот эти 5000 уничтожаем, ну тут сколько? 4, ну допустим 5, и этот, ну сколько там? 4, он тут, ну я не знаю, сколько он там может нанять. Сейчас посмотрим. Блин, как ты называешься? Делленбург. Ну, 5 у него. Тебя. Констанцштадт. Тоже 5. То ли воевал, то ли восстание давил. А, бля, нападай. Чё тут? Чё тут гадать? Этого тоже нужно забрать будет. Хоть бы он не отступил, хоть бы он не отступил никуда. Красава, молодцы. Такс. Должен здесь остаться. Я должен быстро сюда пойти. Все такое дело. Текс, тут миримся. Ты, зараза, должен закорить это все. Начинаешь корить. А тут мы пойдем сюда. Сейчас обманем его. Но стоит ли нападать 9 против 8 тысяч в лесах? Тут просто они могут нас пробить. 3000. Если я буду стоять вон там. А тут стоять не особо хорошо. Лучше вот этого сначала выбивать. Ладно, ребята, это уже будет в следующей серии. На этом пока что... О, ёпт. Что это такое? Навара? Фига себе. А чего это такое? Понятно. Тут я, кстати, видел, Шотландия Англию рвала. Она вот позахватывала, видите? Так нехило захватила. Прикольно.
Ну, конечно. Так, а давайте еще тут. Ну, кстати, Польша Тевтона порвала. Тоже нехило. Византия тут расширяется. Так посмотрю, османы что-то. Не знаю, чего они сидят, тупят. Неаполь. Он тут чуть-чуть покусал. Папка покусал. Австрия, ну тут Штирию присоединила. Богемия сюда лезет. Бранденбург такой же более-менее мощный. Бургундия, что там ты все еще трибутарий. Ну, короче, фьорд французский, ясно. Ну хорошо, ребята. Ну и Майнц, он тоже тут нормально так расширился, я так посмотрю. Хорошо, ребят, на этом все. Спасибо, что смотрите. Всем пока. До новых встреч.